Всем привет, друзья! С вами Евгений Вон. Начинаем этот ролик с лайка, с подписки на канал. Сегодня мы едем в детский дом, сейчас мы будем закупаться. Необычный детский дом. Детский дом, там, где детишки с инвалидностью. И сделаем им счастье, сделаем им подарок перед этим Рождеством, перед этим светлым, настоящим праздником. Сейчас пойдем выбирать им игрушки и все остальные приколы. Мы связались с замдиректора этого детского дома, пообщались с ней, узнали, что нужно купить, какие-то материалы, таблетки для детей этих, разукрашки. В общем, все, пойдем сейчас покупать на полностью всю сумму. Всем приятного просмотра. Погнали! Давай, набираем, Алин, сколько надо альбомов? 8 девочек, да? 8 девочек и 8 мальчиков. Помогает мне, ребят, моя сестра сегодня с этим делом и моя жена, которая меня снимает. Еще подтянутся ребята, некоторые новых потом увидите. Они долго спят. Марина, сколько надо альбомов? Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. Там присоединился наш человек Андрей Медведь. Конечно. Я не знаю, я бы, в принципе, и дискавер. Ну что, друзья, буквально за 15 минут мы втроем собрали 16 подарков, наполненные просто качественными эко-красками, там, пальчиками, фломастерами, альбомами крутыми. Реально дети будут именно довольны, именно взяли лучшее то, что могло быть в этом магазине. Ну что, приехали вручать. Давай я тебе маску дам, хочешь? Есть? Да, у меня есть. Ну, купи беленькую. Чтобы, знаешь, надо быть максимально аккуратным. Вы нас все-таки дождались, да? Да. Правильно. Налево. Еще выше, да? Да. Тут и спортом можно заняться по дороге. Тут такая территория не маленькая, да, у вас? Да, насчет спорта в течение рабочего дня, тут хороший спорт. Это хорошо. Мы тут все оставляем, да, у вас? Да, оставляйте, давайте сейчас нам... познакомимся ближе. Так, давайте, чтобы культурно все, да? Отдай, Марина, этот. Короче, одну упаковку взяли всего такого. Да, это прям. Ну, сейчас мы еще заедем, если надо, мы еще возьмем. Вот чек. Таких. Если там будет.
Вот это чек, это сертификат, да, качества. У нас, знаете, с сертификатом, да, отлично. Да. У нас, знаете, просто это наше вот требование, медикамент, чтобы он нигде не хранился, не в нужном месте, с аптеки сразу к нам на баланс, и чек сегодняшним днем нужно. Вот, такие у нас. Заморочки, да? Да. Вы кто, скажите, пожалуйста, вы... Молодые мы люди, да. Занимаемся стримом игры в интернете. И вот от всей нашей аудитории собрали благотворительный стрим детям вот так под Рождество, знаете, сделать что-то приятное. Мы давно связывались. Я, ну, как бы, обычно, ну, часто мы выясняем, какой бюджет, вот, чтобы знать, ну, на что рассчитывать и что можно заказать. Вот как-то мы не поговорили так вот предметно, я даже не могла, ну, представить, что вы, ну, большой суммой располагаете. Ну, конечно. Вот. И что касается нашего учреждения, оно такое специфическое. Дом ребенка, но не в классическом понимании, где много деток, все радостные, веселые, с бантиками. У нас специализированный дом ребенка, у нас детки больные. Вот. И поэтому у нас особенности. Ну, вот я рассказывала же вам по телефону, нам не все подходит, то, что... Да, конечно, мы поэтому и позвонили, узнали, что лучше взять, чтобы лишнего, знаете, бестолково что-то не набрать. Да, у нас есть несколько деток, которые вот развиваются, а есть в основном дети, которые прикованы к постелям и требуют ухода медицины. Ну, зависимо от взрослого, ну, на все 100%. От лечения, от ухода, питания, на все на свете. Поэтому, если у вас еще будет желание там помогать, мы рады сотрудничать. Всегда рады, да? Да, и естественно, вы звоните, напоминайте, что мы вот у вас там были перед Новым годом. Вот. И, конечно, сказать, что сумма у вас приблизительно такая-то. Если это небольшие деньги, купили что-то вот быстренько. Что-то минимальное, купили. Да? Да, если это уже сумма... То можно и ремонт какой-то, то да? Можно подумать, да, ну, куда вложить, ну, так, чтобы оно пользу еще больше принесло. Хорошо. Огромное-огромное вам спасибо всем. Все такие молодые. Молодые, здоровые. Хорошо. Мы сейчас в аптеку едем? Мы сейчас едем в аптеку, еще купим и привезем. Вы возле каждой кровати поставите. Да, и как-то здесь поставите. Да, вот. Все спят сейчас. Да, ну да. Девочка. Пошли, зайка. Пошли, зайка. Тебе подарок принесли. Привет. Привет. Это тебе подарочек. Да, тебе. Да, Ляля. Класс. Носить она такая, да? Здесь альбом тебе. Девочка, это Питер. Питер в группе, да? Да. Самая общительная, самая взрослая, да? Объясни, что там нарисовано. Расскажи. Ляля. Там Ляля. А тут девочка тоже Ляля нарисована, да? А что там еще, смотри? Ляля. Это рисовать, да? Рисовать фломастеры. Рисовать будешь. А что еще есть? Ну тут ты не знаешь такой песок или знает она? Песок. Возможно, да. Песок кинетический такой. Как пластилин, он такой помягче. Сегодня Ева сегодня пластилина лепила снеговика. Да? Девочка лепила. Слаживайся, в пакетике себе возьмешь. Нормально, срочно, надо спрашивать. А спасибо, сказала тебе? Ничего себе. А это уже перебор. Ну ладненько. Все. Всем остальным, все остальные спят, да? Да, все остальные спят. Пятый год, это 4 уже. Уже взрослый, да. Посмотри, что тут подарков, да? Ты посмотри просто. Поделишься со своими друзьями? Конечно. Подружки есть у тебя, подружки? В нашем подарке?
когда они проснутся. Кому? Ума, туда же? У тебя мальчики есть, друзья, мальчики? Есть, да? Умар, да? Умар. Это твой муж? Все, ладно. Все, тогда, с наступающим. Да, все, хорошо, да. Сейчас мы еще привезем этот еды. Да. Хорошо. Ребят, мы отдали все подарки уже. Сейчас еще завезем детское питание, так как в машину все не влезло. Все дети на карантине. Вообще нам сказали, что нас не пустят к детям. Все дети спят, у них сейчас тихий час. Но один ребенок к нам вышел. Очень милая, красивая девочка. Она была очень рада. И как все дети проснутся, они передадут всем остальным детишкам подарки. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы существуете, за то, что вы поддерживаете мой канал, за то, что вы поддерживаете такие дела. Вместе и дальше будем делать еще круче, еще качественнее, еще красивее. Спасибо всем. С наступающим вас великим праздником Рождество, ребят. Всех обнял. С вами был Женя Вон. Пока. Короче, ребят, мы сидим в нашей компании, такие задолбанные уже. Мы объездили все аптеки в этом Харькове. То детское питание, которое они у нас попросили, и не нашли. Просто в какой-то аптеке 2 баночки есть, в какой-то аптеке там 0 баночек, да, есть. А нам до 45 банок этого питания, на те деньги, что у меня остались. Я позвонил на сайт, узнал по Харькову, сколько всего есть этих баночек. По всему городу Харьков есть 20 банок. Я заказал 20 банок прям им на детский дом. Когда они туда придут, я им это все дело оплачу, они это примут. И у нас остается еще 9 тысяч. Я думаю, нет смысла уже заказывать еще больше этого детского питания. Эти 9 тысяч я лучше оставлю эти деньги у себя. И мы эти деньги отложим на следующую какую-то нашу благотворительность, которая будет происходить на стриме. То есть что-то лишнее, лишь бы потратить деньги, тоже не хочется, знаете. Хочется сделать все культурное, хорошо. Мы обалденно помогли этому детскому дому, заказали максимально этого питания, все, что есть в этом городе. Куча всего игрушек, всего остального. Я думаю, то, что дети будут счастливы, а эти деньги, 9 тысяч, которые остались, мы оставим на следующую благотворительность. Спасибо всем за понимание. Вот чеки, ребят. Плюс один чек мы с таблетками отдали ей. Там вместе с этими, с приколами разными, печатями. Всем остальным. И заказ сделали еще питание, которое придет через 2-3 дня.